Здравствуйте. Я благодарен за то, что по милости Господа Бога мы можем проводить библейский семинар. Бог всегда хочет передать нам много слова. На самом деле, вести духовную жизнь очень просто однако из-за того что мы не знаем сердце господа бога и следуем за своим сердцем поэтому появляются многие проблемы когда мы будем знать сердце господа бога и когда мы будем следовать за ним, тогда мы сможем достичь многого в духовной жизни. И об этом я хочу с вами поговорить через 40 главу книги бытие. 40 глава книги бытие с первого стиха будем читать. Пожалуйста, откройте 40 главу книги Бытие. После всего виночерпи царя египетского и хлебодар провинились перед господином своим царем египетским. И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпи и на главного хлебодара. Я дал их под стражу в дом начальника телохранителей в темницу в место, где заключен был Иосиф. Начальник телохранителей представил к ним Иосифа, и он служил им, и пробыли они под стражей несколько времени. Однажды в Виночерпию и Хлебодару, царя Египетского, заключенного в темнице, виделись сны, каждому свой сон, обоими в одну ночь каждому сон особенного значения. И пришел к ним Йосиф по утру и увидел их, и вот они в смущении. Спросил он царитворцев фараоновых, находящихся с ним в доме господина, его по страже говоря, а чего у вас сегодня печальные лица? Они сказали ему нам виделись сны, а истолковать их никому. Йосиф сказал им Нет Бога ли истолкования? Расскажите мне.

Чаша фараонова в руке у меня. Я взял ягод, вышел их в чашу фараонова и подал чашу в рук фараону. Йосиф, что сказал, что в сказал ему Йосиф, вот и его, три ветви это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонова в руку его, по прежнему обыкновению, когда ты был у него в иночерпием. «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома». Ибо я украден из земли евреев, и также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу. Главный ребатар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал «Йосифа, Мне также снилось: вот на голове у меня три корзины решетчатых. В верхней корзине всякая пища фараонова изделия пекаря и птицы клевали ее из корзины на голове моей. Я отвечал Йосиф и сказал, вот истолкование его три корзины, это три дня. Через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дерево, и птицы будут клевать плоть твою с тебя. На третий день, день рождения фараона, воздел он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпе и главном хлебодаре среди слуг своих. И возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараону. А главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф. И не вспомнил главного виночерпия об Иосифе, но забыл его. 하는데, Когда мы ведем духовную жизнь, основой духовной жизни должна быть Библия. Библия это Слово Бога. Читая Библию, мы узнаем сердце Бога. А также мы должны знать значение слова, которое Бог передает нам. И когда мы соединяемся со Словом, мы получаем благословение и милость от Господа Бога, как Он уготовал для нас. Мы люди, поэтому когда мы читаем Библию с точки зрения человека, 읽어도, тогда часто можем идти не в ту сторону, в которую Бог хочет нас вести. 하면서, 했으면, Через Евангелие от Луки мы говорили о человеке, по вашимся разбойникам. 이 강도 만난자 어떻게 구원받는 이야기를 했습니다. 가 가장 중요한 것은 성경이 한 우리에게 하시고자 하는 이야기인데. Библии, знать, 하나님은 우리를 죄에서 건져내기 위해서 인간의 도움이나 노력이 전혀 없이 예수 그리스도의 피로 Господь Бог, для того, чтобы спасти нас от грехов, Он приготовил путь спасения через Иисуса Христа, в котором человек ничего не должен делать. Господь Бог спланировал послать Иисуса Христа, который умрет за нас и очистит наш грех.

어, 예수님 못박에 죽으시 우리 죄로의 셋 못박에 죽으셨습니다. 예수 예 우리 죄로의 못박에 죽으셨는데. Иисус умер на кресте за нас. Однако, если мы не будем знать, что мы грешники или мы праведники, тогда мы скажем, но у меня вроде бы нет греха, почему Иисус, Иисус умер? Для чего же Иисус умер на кресте? Так мы начнем размышлять. Поэтому для Господа было важно послать Иисуса Христа, чтобы освободить нас от греха. Вот также для того, чтобы показать нам, что у нас много греха. Господь Бог дал людям 10 заповедей. 말씀하시냐면... Затем Бог сказал людям, он сказал в книге Исход, если вы будете исполнять все заповеди мои и следовать за мной, вы получите благословение и будете народом священников. Поэтому люди пытались исполнить хорошо заповеди Божии. 그걸 아무리 지켜도 온전히 지켜도한 명도 없고 다 죄를 지었어. 요 т н а г а как бы они не с т 하나님의목적은 우리를 죄에서 죄를 지은 죄인인 걸 깨닫게 하고. Хотел, узнали, 우리가 죄에 대해 깨달았을 때 예수님 십자가의 피로 우리를 사했다. 그래서 믿음으로 받아들이면 구원받도록 그렇게 했다 Также он сделал, чтобы когда человек понимает, что он грешник, то, узнав о крови Иисуса Христа, может стать праведником. Однако в человеке работает также и дьявол, 시키며, Господь Бог дал 10 заповедей для того, чтобы мы узнали, что мы грешники, и действительно не получается исполнять заповеди. 짓고, 안, <coughs> 있고, 죄, 지, 짓고, мы согрешаем и пытаемся снова исполнять заповеди, но не получается. Если Исполняя заповеди, живя доброй жизнью, мы хотим оправдаться, но у нас не получается. Поскольку мы согрешили Господь Бог послал Иисуса Христа, который ощущает наш грех. Однако, хотя люди теоретически в голове знают о том, что Иисус умер за них, Хотя они говорят, что Иисус умер на кресте за меня, но продолжают размышлять, говоря, что надо исполнять закон. 율법은 우리가 죄를 깨닫게 하고 죄증을 알게 해서, 아 내가 죄이군인구나 깨닫고 이제는 율법을 지켜서는 죄를 해결할 수 없으니까 예수님 앞에 죄 사함 받도록 그렇게 했는데. однако дьявол искусил людей поэтому люди пытаются исполнять заповеди и таким образом радовать господа бога. Вот о чем нам показывает Библия через историю о человеке попавшимся разбойникам. Один законник пришел к Иисусу и искушал его. Что мне нужно сделать для того, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, в законе что написано, как читаешь. Закон не был дан для того, чтобы мы его исполняли и получили благословение. Закон был дан для того, чтобы мы познали, что мы грешники. Когда мы узнаем, что мы грешники, и поскольку законом мы не можем оправдаться, мы сразу должны прийти к Иисусу. Он сказал, если вы исполните, вы получите благословение. И он сказал, если вы нарушите, вы получите проклятие. Люди пытались исполнить заповеди. У них не получилось. Снова пытались, но не получилось. Они стали грешниками. Тогда? Ой, Бог, я согрешил. А закон может ли очистить грех? 없습니다. Нет. Нужно освободиться от закона. И нужно прийти к Иисусу и получить прощение грехов. Однако люди пытаются дальше исполнять закон и получить благословение. Об этом хотел указать Иисус в законе, что написано, как читаешь. Бог не дал нам закон для того, чтобы через закон мы получили благословение. Он знал, что если мы попробуем исполнять закон, мы увидим, что мы грешники. Мы все нарушили закон. Как бы мы ни пытались исполнять закон, мы не сможем через исполнение закона стать добрее или святее. 율법 지키라 애를 쓰는 겁니다. п р о д о л ж п о ч е м у стараться исполнять закон. 여러분, 그래서 우리가 어제 안식일에 대한 야기를 했는데. 안식일이라는 것은 여스 모든 일하고 제칠일 Он сказал, шесть дней работаете, но на седьмой день в субботу ничего не должно вам делать. На протяжении шести дней рабы трудятся, несут большой тяжелый груз. Конечно, у нас принято, что с 00 часов начинается день. А давно день начинался, когда солнце садилось. Вообще, суббота — это в день субботний. Однако, если мы смотрим по времени, когда солнце в пятницу садится, начинается суббота. Давайте мы поговорим о законе. Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работы. Одень а седьмой, суббота Господу, Богу твоему, не делай ничего. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твой, ни раб, ни гость твой. Это закон Бога. Давайте разберем это слово. Какой-то раб несет большую тяжесть на себе. Ой, как я устал. Я устал. Когда же я смогу снять груз с себя? О, там садится солнце. Сегодня какой день? Сегодня же пятница. Когда это солнце сядет? наступает суббота. Наступает суббота. Я смогу снять с себя груз. Солнце, пожалуйста, поторопись, поскорей, поскорей. Поскорей спустись, пожалуйста. Вот солнце. Она была на небе. Потом спускается. И потом спряталась за горой. Ура, суббота! Мы можем снять груз с себя! Вот что такое суббота. Но знаете, что интересно? Что сказал Иисус? Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Я, я успокою вас. Кто сказал эти слова? Кто сказал? Кто-кто? Иисус сказал? Суббота говорит об этом. Я прав, скажите? Суббота говорит нам об этом. Труждающиеся и обремененные, все придите ко мне. Я успокою вас. Вот что сказала суббота. Что это значит? Суббота показывает, что Иисус будет делать для нас. Я вчера я говорил по посланию Колоссяна. Колоссяна на второй главе очень подробно говорится об этом. Давайте я прочитаю слово. Вторая глава, 16 стих. Вы можете увидеть на экране. Итак, никто да не осуждает вас за пищу, или за питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесяч, или субботу. Это есть тень будущего от тела во Христе. Это является тенью Иисуса Христа. Что сказал Иисус? Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Я успокою вас. Делом Иисуса Христа является Иисус Христос. Аминь. Когда вы придете к Иисусу, вы сможете оставить все ваше время. Я совершил очень много греха. Вы просите, пожалуйста, меня. Я вырос в бедности, в голоде. Поэтому, когда созревало зерно, мы с друзьями ходили на поле, собирали зерна потом прятали и спрятав, поднимались на гору. Там мы делали костер, потом начинаем жарить, и тогда зерно начинает чернеть. Потом мы зерно клали на руки и начинали чистить их. Когда чистится зерно, Нужно было вот так фу, фу подуть, О, и тогда остается только съедобное. 세상에, Ничего вкуснее этого на тот момент не было. Было так вкусно. Я так их хотел снова попробовать. И недавно, а в этом году, совсем недавно. Кто-то принес зерна, и рядом у нас с горой, с братьями медицинской школы, и мы его... начали их жарить. И вот так вот я почистил, и подул, и попробовал. Я их съел. Знаете, наверное, я зря их съел. Потому что вкус сейчас полностью отличался от того времени. Есть поговорка в Корее, что хлеб украденный вкуснее. Наверное, в те годы нечего было есть, поэтому это было таким вкусным для нас. Я много воровал яблок, хуруму, пшено. Каждый раз я просил Бога, чтобы Бог простил мой грех за воровство. Что говорит нам Писание? Я омыт крови Иисуса Христа. Но из-за того, что мы не верим в это, я постоянно просил, чтобы Бог простил мои грехи. Но потом, когда я увидел, Кремлянам 3 главе 23 стихе написано, потому что все согрешили лишены славы Божией. Получая оправдание даром, по благодати Его, Искуплением во Христе Иисусе Бог сказал, ты оправдан. Вот что сказал Бог. Кто это сказал? Бог сказал. Аминь. Бог говорит, ты оправдан. Господь Бог справедливый судья. Он не может грешнику сказать, что ты праведник. Господь Бог увидел, что на кресте были омыты наши грехи. Он сказал, что мы омыты. И что я, и что вы, Кроме тех, которые не веруют в это, всех нас Бог назвал, что мы оправданы. Но те, которые не веруют в это, это не действует на них. А, Бог сказал, что я оправдан. Он очистил мой грех на кресте. Мои грехи омыты. Вот как все это просто. Нужно в это веровать. Но из-за того, что этого не знают. Что говорит законник? Что мне нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус говорит, что написано в законе, как ты считаешь? Как ответил законник? Люби Господа твоего всем сердцем твоим и всей крепостью твоею. И ближнего твоего, как самого себя. Однажды я читал Библию. Знаете, я начинаю распределять время. Сейчас, конечно, не так, но раньше я ездил в среднем два часа в машине. Как я рассчитал так время? Станцию, которую я проезжаю в год. Часто я езжу по автомагистрали. Там средняя скорость 100 км в час. Но если все посчитать, получается 70 км в час я могу набрать скорости. Когда я разделил дистанцию, которую я проезжаю, на ту скорость, с которой я езжу, 분, Получается, где-то от часа пятидесяти минут до двух часов я провожу время в машине. Ежедневно два часа времени я провожу в машине. 하려면은... Для того, чтобы работать в машине, 줬는데, нашей церкви дали человек, который может водить мою машину. Но я сказал, я хочу поменять водителя. 운전했으면, Если служитель будет водить мою машину, когда в машине я смогу общаться через слово, я смогу изучать, заниматься работой и даже звонить. 제 조카 박영주 목사했었는데 그냥 이스플리미안이 박영주 Он был служителем в Манхэттене в Америке, но у него не получилось служить. И он испытывал большие сложности в, и в Канаде. Я позвонил ему. Он мой племянник, поэтому, когда я обращаюсь к нему, на едине я говорю, Йонгджу. Я сказал, приезжай в Корею. Будешь учиться вести духовную жизнь. И будешь водить мою машину. Я сказал ему так. Но пастор Пак говорит, что ему было так обидно, когда я сказал об этом. Он думал, оставили бы меня в покое. А тут меня зовут, чтобы я работал водителем. Все, я больше не служитель. Вот как он подумал. Он сказал своему сыну, все, я больше не пастор. Сын спросил, папа, почему? Так же хорошо быть служителем. Что здесь хорошего? Но есть хорошее пожертвование. Он был шокирован. Его сын думает только о деньгах. Но когда он находился в Корее, Пока мы общались с ним, его сердце соединилось с моим сердцем, и он стал драгоценным служителем. Я поехал вместе с ним в город Йосу. Нужно было после обеда общаться с женами служителей. Но я замечал, что я начинаю засыпать. Поэтому я сказал, простите, пожалуйста, но я хочу немножко отдохнуть. Можно я полчаса отдохну? Они сказали, хорошо. Потом я сказал, Йонгчу, пожалуйста, вы передавайте слово им. Я пошел назад, чтобы немножко отдохнуть. Пастор Паганчу начал говорить. «Знаете, я был изумлен. Что? Он говорил очень духовные слова. Пока он находился в Корее, он был удивлен. Когда год прожил здесь, он привез с собой сумки с вещами. У него не было времени, чтобы достать оттуда вещи. В 11 вечера он возвращается домой, принимает душ, ложится спать. Утром выходит. И до 11 вечера работает. Целый день мы делим слово, общаемся. И видя это, он был так впечатлен. Что он смог увидеть? Он увидел Господа Бога, который действует в нас. Если в Библии вы обнаружите Бога, который действует, тогда вы будете решать все ваши проблемы через Бога. И наоборот, когда вы читаете Библию, но не обнаруживаете сердце Господа Бога. Разве можно то, что я делаю, сравнить с тем, что делает Бог? Их невозможно сравнить. Но большинство людей считают, что они что-то делают хорошо. Ой, я пожертвовал десятину. О, я что-то сделал. Ой, Господи. И с такой радостью идет к Богу. А если согрешат, они говорят, ой, Бог, я согрешил, но не знают сердца Господа Бога. Когда Бог дал закон, Но. Он не дал нам закон для того, чтобы мы получили через закон благословение. Бог сказал, если ты исполнишь закон, ты получишь благословение. Если нарушишь, получишь проклятие. Но человек не может исполнить закон. Через закон Бог хотел показать, что мы грешники. Вот для чего Бог дал закон. Мы уже нарушили. Послушайте, пожалуйста. Когда в Корее не была развита система транспорта, многие ходили пешком. Рядом у нас находилась река Нактонг. Зимой она начинает замерзать. Там нет мостов. Поэтому люди переходили через реку. Да, шли пешком. Все равно лед. Ты можешь ходить, когда лед. Если не будет льда, ты утонешь, правильно? И наоборот, если лед тонкий, ты тоже можешь утонуть. И многие тонули.

Если ты не можешь исполнить закон, это то же самое, что ты идешь по тонькому льду. Ты можешь погибнуть. Как вместо льда на реке Нактон построили мост, в конце концов. Чтобы люди могли свободно переходить через реку. Можно не уметь плавать. Даже когда нет льда, можешь перейти через мост реку. Но представляете, есть человек, который рядом идет с мостом по льду и говорит, о, я могу погибнуть, нужно быть осторожным. Бог не дал закон, чтобы мы его исполняли. Через закон Бог хотел показать, что мы грешники. Чтобы мы обнаружили, что у нас не получается, что я грешник. Когда мы узнаем, что мы грешники, когда оставив все, мы должны смотреть на крест, который спасает нас. Надо смотреть на крест. Что сказал Иисус? То, что должен был сказать суббота, сказал Иисус. Суббота говорит, все труждающиеся обремененные. неважно, что ты несешь, все придите ко мне. Я успокою вас. Аминь. Вот что делает суббота. Если ты встретишь субботу, ты освободишься от любого груза. Аллилуйя! Вот о чем оно говорит нам. Аминь. Об этом может сказать только Иисус. Труждающиеся и обремненные. От какого времени люди начинают Труждаться и обременяться Скажите разве есть груз Который тяжелее чем груз греха Бог говорит почему ты труждаешься Приди в субботе Почему ты несешь груз Оставь приди ко мне что сказал законник? Что мне нужно сделать, чтобы унаследовать жизнь вечную? Что бы ты ни делал, у тебя не получится. Ты можешь только грешить. Да все, что ты сделал, ты можешь получить только суд и смерть. Надо смотреть на то, что сделал Иисус. Совершенно верно. Законник сказал... Кто мой ближний? Иисус сказал, некоторый человек шел из Иерусалима в Ерехон и встретился разбойником. Разбойники побили его, раздели, оставили едва живым. Что значит «едва живой»? Это значит, конечно, он дышит, но не может двигаться. 않으면, Если кто-то не поможет ему, наступит вечер, придут стая волков, почувствовав запах крови, 모여들면, например, 뿐, 않는데, даже здоровый человек не сможет устоять против стаи волков. Помню, я тоже встречался с Волком в Корее. Но слава богу, два волка убежали, увидев меня. И поэтому у нас было перемирие. Но если бы волк напал бы на меня то, конечно, мне придется тогда искать палку, чтобы защититься. Голыми руками защитить себя очень сложно. Два волка встретили меня в горах, но, слава богу, они убежали от меня. Я сразу подумал о страшном. Я спустился с горы. А здесь едва живой человек, его легко могут съесть. На следующий день останутся только кости от него. Он должен погибнуть. Проходил священник. О, попался разбойником. Что это значит? Это значит, рядом есть разбойники. И на меня могут допасть. Я должен убежать. Даже не оглянулся. Правильно? Также левит прошел мимо. Третьим был самарянин некто. Иисус сказал, кто из этих троих был ближний попавшимся разбойником? Священник, левит или самарянин? Так он ответил тот, который явил милость. Другими словами, Самаряне. Иисус говорит, и ты поступай так же. Он сказал, хорошо, и ушел. Но это невозможно. Кто, рискуя своей жизнью, будет трудиться для человека, попавшегося разбойником? Попавшийся разбойником. Символизирует нас. А самарянин символизирует Иисуса. Многие говорят, я тоже должен быть как самарянин. Должен любить ближнего своего как самого себя. Но это сумасшедшие слова. Даже священник убежал, потому что на него тоже могут напасть. Кто поможет? Однако, хотя мы не можем, мы почему-то думаем, что мы сможем. Нам кажется, что мы сможем исполнить закон. Понимаете это? Знаете, почему люди, зависимые азартными за играми, играют в азартные игры? Знаете почему? Потому что им кажется, что они выиграют в этот раз. Они теряют, но им снова кажется, что выиграют. Снова теряют. Кажется, что выиграют в этот раз. Нужно ставить вот эту мысль, что они выиграют. Это касается всех зависимых людей. Им кажется, что они обогатят. Ой, и вот-вот получится. Я хорошо молился. Я вот это сделал. Нет. Тот, который спасет нас, это не что-то, а благодать Иисуса. Вот что спасает. Аминь. Да, аминь. Это милость Бога. Кроме Иисуса Христа нет ничего, что может спасти нас. О, теперь я буду заботиться о других. Нет, это невозможно. Я еще раз сказал вчера. Самарянин увидел этого человека, попавшегося разбойником. Он увидел. Во-первых, жалился. Подошел возливая масло, возливая вино, привязал ему раны, посадив на своего осла, привез в гостиницу и позаботился. Правильно? Потом вынул два динария, дал содержателю гостиницы, сказал, позаботься о нем, и если издержишь, что боль я, когда возвращусь, отдам тебе. Он сделал 10 дел, 가운데서, и среди всех этих десяти дел, 했으니까, это сделал человек, попавшийся разбойником, или сделал самарянин? 만난, 수는, 없고, 했고, самарянин. У человека, попавшегося разбойником, не было ничего, чтобы сделать. У Все сделал процентов самарянин. Для если мы будем прилагать свои усилия для того, чтобы хорошо вести духовную жизнь или получить спасение, тогда мы будем мешать только Иисусу. К человеку, попавшимся разбойником, приходит самарянин, попавшийся разбойником, искренне желает, чтобы самарянин помог ему. Вдруг самарянин открыл свою сумку и начал возливать масло и вино, перевязал рану, посадил на животное, попавшийся разбойникам, ничего не сделал. Все сделал Иисус. Чтобы очистить наш грех, мы должны смотреть на Иисуса Христа. Это очень просто и очень важная вещь. Сегодня мы рассмотрим сон в Вильнасчерпе и Хлебодара.

읽으면서, Когда я читал эту историю, Иосиф говорит, «Фараон восстановит вашу должность». А хлебодару, у которого было три корзины речетчатых, а сверху всякая еда фараонова, Пролетели птицы и клевали эту пищу. Иосиф истолковал сон три корзины символизируют три дня. Через три дня снимет голову с тебя фараон. А птицы будут клевать тело твое. Оба согрешили. Но что произошло через три дня? Представьте детей виночерпия. Ой, сегодня отец выходит на свободу. Мы идем к нему одевают красивую одежду, берут цветы и ждут отца у темницы. Мама, мама, где наш папа? О, где же он? Он выходит или нет? О, это папа, 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 папа идет. Открываются ворота. Дети прибежали к отцу. Обнимают его. Большая радость переполняет их. А дети Хлебодара? Они ждут отца, а отец не выходит. Они обращаются к охраннику. А где наш отец? А, ты сын Хлебодара? Иди за мной. Они последовали, отвезли в угол, пошли к дереву, под большим деревом. Там было. Что-то падает с этого дерева. Они видят кровь. Дети подняли голову. И видят отца повесили. Дети плачут. Папа, папа. Папа. Совсем другая атмосфера. Совсем другая. Почему? я знал значение этих снов и восстановили должность хлебодара казнили я много думал почему же так произошло но потом Виночерпи говорит, передо мной была виноградная лоза. Виноградная лоза символизирует Иисуса. Виноградная лоза закрывает меня полностью собою. Он сжал ягоды и подал вину фараону. Во время последнего вечери Иисус, разделяя хлеб, раздал ученикам. И сказал, это тело, которое я отдаю за вас. Потом, наливая вино, он сказал, это кровь, проливаемая за вас. Хлеб символизирует тело Иисуса Христа. А вино символизирует кровь, пролитая за нас Иисусом. И на черпей пошел к свином фараону. Фараон. Я согрешил. Но Иисус пролил кровь и спас меня. Я иду, уповая на кровь. Смотря на эту кровь, Пожалуйста, признай, что мои грехи прощены. И прими меня. И на черпе уповал только на кровь Иисуса. Либо же У него было три корзины решетчатых. Либо символизирует тело Иисуса Христа. Вот на что нужно уповать. Но этого не хватало ему. Он не уповал на это. Сегодня христиане по всему миру поступают как хлебодар. Хотя Иисус умер на кресте за них. Не верят, что их грехи прощены. Продолжают говорить, что они грешники. Тогда хлеб не имеет никакого смысла. Сверху хлеба они кладут то, что они сделали хорошо. Поэтому не видно хлеба. И видно только то, что они сделали хорошо. Но неужели оно лучше, чем Христ? Неужели оно может очистить наш грех? Их старания полностью закрыли хлеб. Сегодня большинство людей в Корее, не только в Корее, по всему миру, ведут духовную жизнь, как этот хлебодар. Тогда в конце концов они погибнут, как хлебодар, и получат проклятие. Поют гимны. Мы искуплены кровью Христа. Да, они поют эти слова. Однако, хотя поют, сердце же остается грешниками. Почему? Потому что не верят в их кровь. Не верят в кровь Христа. В Библии во многих местах написано, что Иисус просил наши грехи. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Иисус не только на словах пришел, чтобы спасти нас. Он не на словах спасает нас, Он практически спасает нас. Для этого Иисус, проливая кровь на кресте, умер и получил все наказание за нас и совершил вечное искупление. Когда мы веруем в кровь Иисуса Христа, мы увидим, что кровь совершенным образом очистила наш грех. Однажды я был в Эфиопии. Один ректор узнал мой номер и позвонил мне. Я впервые его видел. Он позвонил мне и говорит: Пастор, это вы? И сказал, да. Как вы прилетели в нашу страну? Он спросил и сказал, все хорошо. Пастор, от моего города до вашего города нужно на машине ехать 8 часов. Пастор, я бы хотел с вами встретиться и хотел поехать на машине. Но если я не смогу с вами встретиться там, то мне будет очень нехорошо. Хотя бы коротко, пастор, вы можете со мной встретиться? Если возможно, тогда я поеду прямо сейчас. Уже был поздний час. Он, я сказал, приезжайте. И он приехал на машине. После вечернего семинара я был так уставшим. Я сказал ему, пожалуйста, просите меня. Можно ли пообщаться завтра утром? Сейчас я очень устал. Я позвал пастора Паганджу. Жал Дюнджу, пожалуйста, ты пообщайся с ним. Я же пошел спать. На следующий день снова ректор пришел ко мне. Он получил спасение, общаясь с пастором Паган Джу. Я был так благодарен. Почему? Чтобы получить спасение, нам не надо исполнять закон, соблюдать субботу, приносить жертву. Для того, чтобы получить спасение, нужно приготовить только одну вещь. Тот, который не согрешил, он не получит прощения грехов. Если ты согрешил, Значит, ты готов, чтобы получить спасение. Чтобы получить спасение, не нужно исполнять закон, не нужно трудиться, не нужно жертвовать. Ты уже согрешил. Только кровь Иисуса Христа может очистить грех. Виночерпий пошел к фараону с чашей фараоновой. Да, фараон, я согрешил. Однако, поскольку я ничего не могу сделать, посмотри, посмотри на эту чашу, посмотри на вино, на кровь Иисуса. Я начал общаться с ректором. Я был так благодарен. Я прочитал послание к римлянам, 3 глава, 23 стих. Все согрешили, лишены славы Божьей. Да, мы грешники. Потом я прочитал 24 стих. Я сказал ректору, пожалуйста, прочитайте, что здесь написано. Если усердно будешь молиться, ты получишь прощение грехов. -й, -й. Он знает 23 стих, но не знает 24 стих. Был ректором университета. Он знает ведь буквы. Но прочитав, что он говорит, нужно усердно молиться, чтобы получить прощение грехов. Я сказал, прочитайте внимательно. Нужно делать добрые дела, чтобы получить спасение, говорит ректор. Он пропускал слово «благодать» Бога в Библии. И также пропускал слово «дара». То, что очищает наш грех, это искупление во Христе Иисусе. Кровь Иисуса того, чтобы объяснить, что нам ничего не нужно сделать, Бог говорит, даром по благодати его, получая оправдание. Что сделал человек, попавший за разбойником, чтобы спастись? Он ничего не сделал. Если 10 дел, то все 10. Если 100, то все 100. Все, что мы должны были сделать, Иисус Христос совершил на кресте. Аллилуйя. Мы должны верить, что кровь Иисуса Христа очистила наш грех на кресте. Только в это нам необходимо веровать. Как это удивительно! Человек попался разбойником. Он ничего не сделал. Сто процентов сделал Христос. Если десять, то все десять должен сделать Иисус Христос, чтобы спасти нас. Кроме этого, мы ничего не должны делать. Мы не должны прикасаться к этому. Когда я купил автомобиль, я часто езжу с сыном. Сын видит, как я вожу машину и говорит, папа, можно я тоже повожу машину? Я сказал, нет. Но, он говорит, папа, я могу. Папа, я все выучил. Я сказал, нельзя. Я не давал ключи моему сыну. С того дня я начал очень внимательно следить за ключами. Сын так хотел водить машину. Конечно, мне хотелось дать ему поводить машину на стадионе. Но только когда он вырос, я дал ему поводить машину. Когда мы поехали в Чикаго однажды, все седьмой мы поехали в Чикаго. Мы ехали на автомагистрали. Я уснул, а сын был за рулем. Вдруг сын сказал, папа, папа. Я сказал, что случилось? Вдруг пошел душ с градом. Сказал, «Включи аварийку. Брасывай скорость. Останови машину у дороги. Включи аварийку». Он остановил машину. Я сказал, «Я буду водить машину». И тогда я начал вести машину. Правда, это было очень давно. Сейчас, конечно, сын хорошо водит машину. Я же не вожу машину. Сын, даже лучше меня водит машину. Я же плохо стал водить машину. Чтобы очистить наш грех, мы не должны прикасаться нашими руками в это дело. Искуплением во Христе Иисусе. О благодати Его, дара. Здесь написано «по благодати». Чтобы было по благодати, нам не нужно ничего давать взамен. Десять лет тому назад мне подарили часы. Часы компании «Омега». Может даже 20 лет тому назад это было. Это очень хорошие часы. Поэтому, когда я ездил в Африку, я не брал с собой часы. Я брал с собой электронные часы. Когда уезжал, оставлял им. Если я не ошибаюсь, эти часы в то время стоили тысячи долларов стоит тысячи долларов если я продам эти часы за 10 долларов это будет милость по благодати нет потому что это на цена это не благодать если эти часы стоят тысячи долларов а я продал за 1 доллар это тоже не благодать, потому что я получил цену, правильно? Даже если я продам один цент, даже если я продам за один цент, это не благодать, благодать потому что благодать должно быть бесплатно. Долю, нельзя платить. А также мы не должны прилагать усилия. Сто процентов должен делать Иисус. Виночерпи. Он взял с собой только чашу. Бог, посмотри, это вино, которое символизирует кровь Иисуса. Иисус уже пролил кровь Свой за нас. Он уже все решил. Он уже оправдал меня. Правильно? Ты же сказал, что я мыть Правильно? Вот что такое вера. Мы же что-то сделали хорошо, хотим получить прощение грехов, хотим стараться молиться и получить прощение грехов. Хотим приложить усилия. Действительно, хотим получить милость. Верность хотим получить милость. Но оно не дает нам спасения. Спасение дается по благодати дарам. Те, которые. Верят в Иисуса Христа, но не имеют уверенности в спасении. Это не потому, что крест Иисуса Христа был несовершенный. Крест Иисуса Христа совершенный. Он совершенным образом очистил наш грех, Он, не оставив даже каплю греха навсегда. Он сделал нас совершенными навсегда. 추해서, Однако, когда люди смотрят на себя, они видят, насколько они скверны, и поэтому они не могут назвать себя оправданными. 우리의, 저는, 한가운데, 있는데, среди наших служителей есть один служитель по имени Шим Соп. Раньше он так много пил. Он жил в городе Хапчон. городе Чинджу мы однажды проводили рождественскую контакту. После концерта мы должны были ночевать в церкви города Чинджу. Но братья и сестры из города Хапчан просили, чтобы я приехал к ним. Поэтому я сказал, давайте пойдем в город Хапчан, а не в Чинджу. Но я увидел, знаете, сейчас уже хорошие дороги в регионах. Через 20 минут мы уже были в городе Хапчон. Церковь в Хапчоне была закрытой. Хотя я сказал, что я приеду к ним. Однако, поскольку братья и сестры ехали на автобусах, поэтому они ехали дольше, чем я. 12 часов ночи мы собрались для того, чтобы провести собрание. После собрания, когда я хотел лишь спать, ко мне подошла одна сестра и сказала, «Пастор, я больше не могу жить с моим мужем». Я спросил, почему? Она начала плакать. И сказала, пастор, я замужем 23 года. Первые три года мой муж не пил. Но после этого 20 лет он пьет. 병, Ежедневно, если мало, тогда 8 бутылок, если много, 10 бутылок он пьет сочу. 먹고, нахуй, сочу бутылки, Когда он встает, он наливает большой сосуд, две бутылки сочу. сочу жану, чокмя, 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 Обычно сочу пьют в Корее в маленьких чашках. Бар, 1, а он большой сосуд наливает две бутылки и выпивает. Когда эта сестра возвращается после работы домой, ей было обидно, что она должна была каждый день убирать бутылки. Одна бутылка лежит на кухне, вторая в зале. Она страдала, когда собирала эти бутылки. И сказала, Боже, я не могу жить с мужем. Со слезами пришла ко мне. Я сказал ей. Сестра, не нужно плакать. Приведите вашего мужа завтра утром. Ее муж пришел на следующий день утром на собрание. Мы сели вместе с ним. Он и утром уже был выпившим, поэтому запах алкоголя шел от него. Я сказал ему. Я прочитал послание к евреям 10 главу 14 стих. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. 자, 여러분, 날날 한다, 산다, Есть люди, которые говорят, что нужно освящаться, что нужно становиться совершенным. Я хочу задать им вопрос: мы становимся совершенными, потому что мы стараемся жить совершенной жизни или потому что Иисус сделал. Освящение это невозможно, потому что мы сами не можем стать освященными. Мы погибнем. Поэтому Иисус умер на кресте. Он очистил наш грех, поэтому мы стали совершенными навсегда. И мы должны стараться, чтобы стать совершенными. Нужно поверить, что мы стали совершенными. Нашими усилиями мы не сможем стать совершенными. Нужно верить, что Иисус уже сделал это. Хотя я выпил. Может быть я покурил. Хотя я совершил зло. Хотя я согрешил. 집을 했기, 나는. Но Иисус очистил мой грех на кресте. Мы должны верить, что через крест мы стали их совершенными. Но люди поступают не так. Они говорят, ой, Господи, прости меня, я греховный человек, прости мой грех. Однако этот человек больше всех злит Бога. Я на кресте. Будучи мучаем тернями, меня вводили копье, меня распяли на кресте, я пролил кровь и заплатил цену за твой грех. Я очистил твой грех. Но если ты продолжаешь называть себя грешником, это что я сделал на кресте? Ответь, пожалуйста, что я сделал на кресте? Бог злится. почему иисус умер на кресте почему он был пренебрегаем всеми почему на него наложили терновый венец он умер чтобы умереть за нас если бы Иисус умер на кресте а грех бы остался наш тогда бы он бы не умирал на кресте Он умирал на кресте, потому что таким образом можно было очистить наш грех, и Он совершил спасение это наше. То, что я освящен, это не значит, что я не грешил, я согрешил. Много раз я согрешил, я обманывал и воровал. Но на кресте цена за мой грех была оплачена. Поэтому я праведник. Так сказал Бог. Искуплением во Христе Иисусе. По благодати Его даром. Бог говорит, получили оправдание. Кто сказал? Бог. Он судья. Если Бог говорит, что мы оправданы, значит мы оправданы. Давно в Корее была банда, называется Чинзоу. Это была бандитская группировка. Однажды им нужна была девушка, которая будет стирать, готовить. Однажды вечером они напали на пару, которая гуляла в парке, и привезли их к себе на базу. Парня привязали к стулу, а девушке дали пистолет и сказали, чтобы она выстрелила в парня. Криминальные группировки, когда делают людей своими, они не делают просто так. Если они не совершат преступления, они могут в любой момент убежать. Я помню, в Мексике был такой случай. Один человек в баре пил. Вдруг пришла мафия. Выстрелили в потолок. И сказали, кто хочет жить, подойдите ко мне. Многие люди подошли к ним. Им раздали ножи. И сказали, убейте всех остальных. Тогда мы вам дадим жизнь. И поэтому нужно совершить преступление, чтобы стать частью бандитской группировки. То же самое, эта девушка может просто убежать. Поэтому сказали ей, чтобы она выстрелила своего парня. Она плакала, говорила, что я не смогу выстрелить. Тогда они взяли нож и сказали, тогда мы убьем тебя. Стреляйте. Она плакала, тряслась. Ее парень сказал, «Стреляй! Все равно я погибну! Стреляй! Быстрее, стреляй!» Она не могла выстрелить. Когда хотели вонзить нож в нее, она выстрелила. И так ее парень умер. Она плакала. Они спустились в котельню, а тело парня сожгли и не оставили никаких останков. Так эта девушка стала частью этой бандитской группировки. И прошло время. Она готовила для этой группы. Она убиралась. Так она стала частью группировки. Однажды она поднималась по лестнице и упала. Сломала ногу, ее положили в больницу, и когда уже начала поправляться, однажды эта девушка, она сказала другой девушке, которая была в палате, вот мне нужно выйти, вы бы не могли бы одолжить ваше пальто? Она сказала, да, конечно, одев пальто другой женщины, спрятав лицо. Она спустилась вниз, она вышла и села в такси, которая находилась перед больницей. Когда она села в такси, она закрылась дверь. Пожалуйста, введите в полицию! Пожалуйста, в полицию введите! Водитель быстро поехал в полицию. Полиция окружила их. Девушка вышла из машины и сказала рассказала все, что с ней произошло. В тот день целый отряд полицейских окружил эту базу бандитской группировки. И кроме одного, который находился в тот момент в тюрьме, всех поймали. И спустя некоторое время был суд над ними. Сначала судья судил эту девушку обвиняемая выстрелила в парня и убила его. Ты достойно получить большое наказание, но это было не добровольным. Она любила своего парня, поэтому не могла убить его. Но поскольку сказали убить, в конце концов, она выстрела в парня, но судья приговаривает, что невиновно, все находящиеся в зале плакали. Эта девушка до сих пор жива где-то, хотя она согрешила. Но судья приговорил, что невиновно. Также и мы согрешили. Но Бог, который является судьей, говорит, вы получили оправдание по благодати Божьей. Даром. Если будут приложены мои усилия, если их что-то взамен мы дадим, это не будет по благодати. Получается, мы оплатили. Мы ничего не сделали. Нам ничего не надо делать. Даром омывается наш грех. Если мы что-то сделаем, это будет неправильно. Нам нужно поверить, что Бог оправдал нас. Но из-за того, что люди пытаются что-то сделать, чтобы получить оправдание, поэтому они могут получить спасение получая оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе неважно какой грех вы совершили в Ветхом завете нужно было заколоть козу или агнца, чтобы получить прощение грехов. И каждый раз умирала коза или агнец. И кровь должны были замазывать рога жертвенника, чтобы получить прощение грехов. Жертва умирала вместо человека, который согрешил. Но та жертва, которая приносит за грех, была за этого человека. Иисус умер за нас. 것은, а что важнее, на, на суде, 때, когда людей приговаривают к смертной казни, э, 때, когда прокуратура выделяет наказание, не говорят смертная казнь. Обычно люди избегают это выражение. 말하냐면, что говорит прокуратура? Называют преступление того человека. Потом для защиты общества предлагаем ожесточенное наказание этому человеку. А самое большое наказание, которое может дать, это смертная казнь. Если убить одного человека, то ты получаешь смертную казнь. Если убил двоих, убивает дважды, скажите? Нет. Самое большое наказание, которое могут дать, это смертная казнь. Больше смертной казни ничего не может быть. Даже если ты убил тысячу человек, будет только смертная казнь. Гитлер убил множество иудеев. Но его приговорили к смертной казни один раз, а не два, три, четыре раза. Я прав? Совершенно верно. Другими словами, если ты убьешь одного, самое большое наказание, это будет смертная казнь. Даже если ты убьешь десятерых, тебя могут казнить только один раз. Потому что это самое большое наказание, которое могут дать. Даже если Иисус возьмет грех одного человека, он умрет только один раз. Даже если он возьмет грех тысячи человек, он должен умереть однажды. Даже если он возьмет грех множества людей, Самое большое наказание Сайон. это будет смерть. Сайон, Больше наказания не может быть. Иисус взял грех всего человечества. Иисус умер. Так Он очистил грех всего человечества. Виночерпий. 관장은... Он знал, что согрешил. 그래서... Поэтому у него не было другого способа. Кровь Иисуса Христа, пролитая на кресте, которая символизирует вино. В последний вечер Иисус сказал, это кровь, проливаемая за вас. Да, мы согрешили. Но Бог, смотри на кровь, которую пролил Иисус за меня. Он оправдал меня. Бог. Говорит ангел, отведи его в Царство Небесное. Хлебодаржи. У него был хлеб, который символизирует тело Иисуса Христа, которое было дано за нас. Посмотри на этот хлеб. Как этот хлеб мы разрываем. Так что Иисус, умирая на кресте, Он отдал свое тело за нас. В тот момент мои грехи были прощены. Вот так должен был пойти. Тогда бы их либо дар бы спасся. Но он не поступил так. Хотя Иисус умер на кресте за меня. Но мне кажется, мой грех остался. Мне кажется, что-то надо добавить. И поэтому сверху он положил всякую пищу фараонову. Всякая -то пища, Закрыла хлеб, из-за того, что положили не тело Иисуса Христа, что-то иное, Он должен был погибнуть. У нас есть совесть, поэтому, поскольку Иисус умер за нас, нам кажется, что-то нам надо сделать, но это неправильно. Это неправильно. О -о -о. Не мы должны что-то делать. Иисус Христос совершенным образом очистил наш грех. <реклама> 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 что вину мне может смыть, О, ничто лишь кровь Иисуса. Ваша совесть говорит, что вы до сих пор остаетесь грешником? Или ваше сердце страдает из-за греха? Не нужно страдать. Веруйте в Иисуса. Неважно, какой грех вы совершили. Когда Иисус умирал на кресте, неважно, сколько у вас грехов было, может, множество их, Иисус получил самое большое наказание. На этом все наказание закончилось. И вы живете именем Иисуса Христа. Хотя виночерпий согрешил, он смотрел только на кровь Иисуса поскольку Иисус получил за Него наказание, Ему восстановили должность. Либо дар, либо, который символизирует тело Иисуса Христа, достаточно. Но поскольку Он этому не доверял, казалось, что этого мало, Он положил сверху корзин всякое хорошее, что Он сделал. Но именно это закрыло тело Иисуса Христа. И он погиб. Вы, случайно, не ведете такую жизнь? О, я должен сделать что-то доброе. Я должен быть верным. Я должен хорошо соблюдать воскресенье. Я должен дать десятину. Не думайте, что это поможет вам спастись. Только Иисус Христос может очистить наш грех. Его кровь уже очистила ваш грех. И Он сказал, ты оправдан, ты омыт. Когда мы веруем в это, наш грех полностью уничтожается и перед вами, и перед Богом. Если Бог сказал, что вы оправданы, значит, вы оправданы. Бог сказал, что вы оправданы. Не нужно говорить иное. Говорите так. Если Бог говорил, что я оправдан, хотя я много согрешил, я оправдан. Вот так нужно говорить. Так нужно веровать. Это есть верить в крест Иисуса Христа. Что значит получить прощение? Иисус уже все совершил. Нам нужно всего лишь веровать. Если же не веруем, мы будем жить во грехе. Если же веруем, мы сможем освободиться. Давайте помолимся. Святой Господь Бог, мы благодарим Тебя. Мы должны были погибнуть из-за нашего греха но пришел Иисус Христос и очистил весь наш грех. И Бытие 40 глава говорит нам об этом. Сегодня многие люди ожидают на свои дела, но наши дела ничего не могут сделать. Крови Иисуса Христа достаточно, чтобы омыть наш грех. Помилуй, что мы веровали, что ты очистил наш грех. Наши эмоции, наши чувствования, не наши дела. Помилуй, что мы поверили, что кровь Иисуса омыла нас. Чтобы это сердце укрепилось в нас. Благодарим Тебя за этот семинар. Благослови всех слушателей. Пускай Дух Святой действует у всех. Мы благодарим Тебя. Молились во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо за внимание.